Всем привет! Вы на канале Малефисента. И сегодня я буду снимать видео «Вопрос-ответ» или «Было или не было». Все в одном. Ну что, начинаем? Я буду задавать вопросы за кадром, а Кирюшка будет на них отвечать. Да. Первый вопрос, Кирюшка, от канала Пикола Мари. Какое твое любимое животное? Мое любимое животное, я это не могу ответить. Если правда, это Шанти, потому что она самая милая и появилась она самой первой, которую я ее помню. И она самое любимое мое животное. А Шанти это кто? Это моя собака Вотера. Так, второй вопрос от канала Варвара Краса. Твое любимое блюдо? Мое любимое блюдо – это гороховый суп. Сразу отвечаю. Третий вопрос от канала Снежана Снежок. Было ли у тебя самое заветное желание? Осуществилось ли оно? Это я, да, читала. Я знаю на этот вопрос ровно ответ, потому что самое мое заветное желание, я всегда его желала, это чтобы у меня был братик или сестричка, но оно не осуществилось, и думаю, никогда этого не будет. Третий вопрос, зайчик, от канала... Сейчас ищу. От канала Катюба ТВ. Ты пробовала сосульки? О, боже! Да, я много раз их облизывала, как чупа-чупс. Следующий вопрос от канала Настюха Крутая. Ты когда-то получала 3 в школе? Это я не могу ответить, потому что... Нам пока ставят молодец, добрый, и непонятно, что нам ставят. Следующий вопрос от канала Киди ТВ. Ты прикольная. Где ты живешь? Я живу в Украине. А в городе каком? В городе Киев. А чем ты любишь увлекаться? Я люблю увлекаться, даже не знаю чем. Потому что постоянно я делаю много чего, и что именно, чем я именно люблю увлекаться, я не знаю. Но больше мне нравится проводить время с Лили, потому что, как моя мечта, братика или сестричку я хочу, родную, так Лили это, я представляю, что это типа моя сестричка маленькая. Чем ты любишь увлекаться? О, это уже было. Есть ли у тебя домашние питомцы? Ну, конечно, есть. Это Мишка, который только что прибежал. А его не было видно. Мишка это кто? Мишка моя собака, Шанти моя собака. Потом еще 2 хомяка, Мандаринка и Джерри. И еще... Если оно видно. Покажем. Да. Это змея. Мам, как... Маисовый полос. Да, маисовый полос. Он 1,5 метра. А как его зовут? Шнуричелло. Для чего тебе нужен канал YouTube? Все тот же вопрос от канала Киди ТВ. Мне нужен YouTube для того, чтобы я в будущей жизни могла увидеть всю свою жизнь, как я была маленькой, все мои день рождения. Так, следующий вопрос от канала Супер Дочь. Волнуешься ли ты перед съемками очередного видео? Это постоянно, и кадры происходят каждый раз, потому что
так сразу снимать это невозможно, так что очень много кадров получается. И да, я постоянно волнуюсь перед съемками. Так, еще один вопрос. Сколько у тебя кукол? У меня кукол, если правда, я пересчитывала с Лили 42 куклы вместе с Лили. Так, еще вопрос. Сколько тебе лет? Мне 8 лет. В какой ты ходишь класс? Я хожу во второй А. Во второй. А теперь еще такой интересный вопрос. Ты когда-то пробовала козявки? Нет. Я смотрела на всех, но когда я смотрела на всех, мне тошнило, потому что это невозможно выносить. Нет. Это честно, нет. Какое время года твое самое любимое? Время года самое любимое – это лето. А кто у тебя самый любимый блогер? Не знаю, кто твой, я не знаю. Может быть, мистер Макс и мисс Кейти, но это... Да, мистер Макс и мисс Кейти. А какой твой самый любимый мультик? Я не часто смотрю мультики, но если так, мой любимый мультик «Странная магия». Еще такой вопрос. Как зовут твою маму и папу? С фамилией называют? Нет. Ну, мою маму зовут Мария, если так, Маша. А папу зовут Родион. Полное имя Родион. Какая твоя самая любимая игра? Моя самая любимая игра, наверное, «История мира» и «Зубастик». Мне на день рождения подарила Вера «История мира». Там надо отвечать на вопросы, но... Это с 8 лет, но на самом деле она сложная, но мне нравится. И Зубастик тоже. А Зубастик это что за игра? Зубастик это игра Play-Doh, там где ты являешь, что ты врач. А сколько лет твоей Лили? Лили 5 месяцев. Как часто ты меняешь памперс? Вот это я... Очень редко меняю памперсы, потому что у меня памперсы вообще закончились. И я, наверное, 2 недели она была без памперса, потому что памперсов не было. И сейчас она в памперсе, потому что наконец-то они появились. Если твой канал на YouTube заблокируют, ты создашь новый канал? Да, но если заблокируют, это будет печально, но все равно... Буду снимать видео на новом канале. Все, Зайка, вопросы на этом пока закончились. Может быть, хочешь что-то сказать своим зрителям? Да. Ребята, я очень благодарна за то, что вы у меня есть. Потому что я очень рада, что... У меня есть столько подписчиков, и я вас очень люблю. Спасибо за канал, без вас его бы не было. Спасибо. Пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите еще комментарии. Пока-пока!